Убийством пятилетней девочки осужденный сотрудник пробации не согласен с приговором. Его взяли под стражу в зале суда Сарыгашского района. 39-летнего мужчину осудили на 2 года. Столько же он не сможет занимать должности в правоохранительной системе. Его признали виновным в ненадлежащем отношении к службе при осуществлении надзора за убийцей и насильником пятилетней девочки Сайдалимом Кайбназаровым, когда тот был приговорен к ограничению свободы. Произошло это незадолго до того, как педофила и убийцу задержали и осудили на пожизненный срок. С приговором сотрудник службы пробации не согласен. Он не считает себя виновным и намерен подать апелляцию. Я считаю, что я не виновен, и это было доказано следствием на суде первой инстанции. Если говорить о функциях, которые я должен выполнять, то обязанности, возложенные на меня в указанном порядке, были искажены и выдуманы. Все эти 5 месяцев, пока проходит следствие, я и моя семья не могут спать. За это время мой отец даже 2 раза попал в больницу. Уважаемый суд, потерпевшая сторона также просили меня оправдать. Потерпевшие также не писали на меня заявления, сказал в своем последнем слове подсудимый.